То, что произошло 10 октября, когда были запущены 84 ракеты, 24 беспилотника, украинские ПВО сбили 56 целей. Вот сегодня еще украинские источники сообщают, что было сбито еще 18 ракет. То есть это просто массированная атака по мирным городам Украины, по объектам гражданской, подчеркиваю, инфраструктуры. И если это произошло через несколько дней после того, как был разрушен Крымский мост, при этом, обращаю внимание, Украина не подтвердила свою причастность к этой спецоперации, как об этом заявила Российская Федерация, то есть на официальном уровне, по крайней мере, после чего последовало вот это заявление Путина о том, что они расценивают атаку Крымского моста как терроризм, международный терроризм. И это в то время, когда Россия вот отвечает явным международным терроризмом, явными военными преступлениями, атакуя абсолютно мирные цели.